Приветствую вас. Вы знаете, ну, для начала хочется сказать, что Кудряшов Игорь Леонидович вам ответил максимально, на мой взгляд, корректно, максимально, на мой взгляд, полно. И вряд ли здесь, соответственно, можно ответить как-то еще, то есть, ну, как-то лучше. Мне кажется, нельзя. Мне кажется, нельзя. То есть, на мой взгляд, Игорь Леонидович максимально полно раскрыл всю вашу ситуацию. Значит, смотрите. Так вот, просто на вскидку можно сказать, ну, я бы сказал, что ваш муж просто занял позицию наиболее комфортную для него. То есть ему с вами было некомфортно, вот, ему было с вами, ну, вероятно, тяжело, вот. И он просто взял ту позицию, принял ту позицию, которая ему максимально подходит. Вот. То есть это позиция с минимальной долей ответственности для него. Вот. Это такая позиция, при которой человек чувствует себя максимально комфортно, максимально удобно. Вот, и не испытывает никакого давления, значит, на себя со стороны, там, ну, например, с вашей стороны, либо там еще с какой-либо. Вот, это то, что я могу сказать, исходя из, вот, опять же, того, что вы написали. Вот, с этим и объясняется его поведение. Вот. Значит, смотрите, вы пишете, я в браке 4 года, есть сын 1,5 года, 2 недели назад после крупной ссоры ушел муж. Из-за чего ссора? Какая ваша роль в этой ссоре? Вот, ну, ссора же возникла в том числе и по вашей ответственности, и за вас, то есть свои 50% ответственности, но не следует. Так, я в браке редко косячила, как говорится, постоянно, но здесь вы сразу начинаете сравнивать, кто где косячил. А дело совсем не в том, кто много косячил, кто часто косячил, ну, хотя бы потому, что вы могли косячить мало, редко, но метко, а он мог косячить много, но безобидно, допустим. Вот, это опять же, я не знаю, да, я просто говорю о том, насколько не имеет значения, вот, сравнение косяков друг друга. Так, любит с друзьями, коллегами отдыхать, а так было всегда, или началось после семейной жизни, если всегда, то это одна история, если после брака, то это другая история. Бытом после рождения сына всегда занималась я, как, впрочем, и сыном тоже. Но опять же, а вы ожидали другого? Были основания, Юлия, ожидать другого или как? В семейной жизни я была локомотив, потому что от мужа инициативы не было, кроме сна и еды. Как вы восприняли, ну, как вы это восприняли? То, что вы локомотив вашей семейной жизни. Как муж это воспринял? Что вы локомотив вашей семейной жизни. То есть, да-да, есть и его реакция тоже. Нравилось ли ему такое положение вещей? Не нравилось ли ему такое положение вещей? Устраивало это его или нет? Подавляло это его или нет?
Вот. Это нужно тоже исследовать. А была ли у него возможность, допустим, проявить себя? Или не было у него такой возможности, допустим, проявить себя? Если была возможность такая, то как он это делал, делал ли вообще? То есть, ну, проявлял ли он себя? Вообще, была ли у него возможность проявить инициативу? Добровольно ли вы взяли на себя роль локомотива или нет? Считаете ли вы, что в отношениях это нормально или нет? Понимаете? Сколько к вам вопросов возникает? А ведь это все правда очень важно. Если мы хотим понять, что происходит с вами. Ну, в вашей истории, в вашей ситуации. Дальше идем. Так, теперь, когда мы живем отдельно, он старается чуть ли не каждый день приезжать гулять с сыном, может его покормить и в целом трепетно относится к нему идеальный отец, а вместо жизни мне такое могло только сниться. Ну, мужчина почувствовал себя свободнее. Это очевидно. Со мной общается не сквозь зубы, просто не на нейтральные темы, но адекватно. То же самое, более свободно себя чувствует. В семью вернуться не пытается, но паинька. Ну, здесь у вас какая-то оценка такая, знаете, немного пренебрежительная, что ли. То есть, почему-то вы считаете, что он должен пытаться вернуться в семью? Вот. При том, что вы как я понял, вы, ну, делать ничего особо не собираетесь для того, чтобы ситуация, ну, например, как-то нормализовалась, скажем так. Вот. Также вы, соответственно, называете его панькой, мне кажется, это такое вот, ну, не очень позитивная, не очень позитивная оценка его, а то есть, как будто он должен вести себя совсем иначе, совсем по-другому. Вот, то есть здесь, мне кажется, вы либо обиду свою выражаете на человека, либо привыкли к тому, что, ну, что он вам подчиняется. Вот, и в том, в другом случае, это скорее вопрос к вам. То есть вопрос образования, такой реакции. Вот. То есть, понимаете, да, о чем идет речь? То, что паинька, это, ну, родительская такая позиция. Как правильно указал вам мой коллега. Вот. Это именно родительская позиция. Вот. И возможно, именно по этой причине мужчина от вас и ушел, что вы давали оценку его поведению. Вот. Если не постоянно, то часто.
что подрывало уже самооценку его самого. Вот. Понятно, да, я надеюсь, о чем идет речь. Дальше. Так. Значит. Как понять его поведение? Ну, соответственно, я ответил вам на этот вопрос. А логически в моей голове не получается сложить пазл. А как часто вы обращаете внимание на то, что, ну, скажем так, на то, что беспокоит вашего мужчину? Вот как часто вы обращаете внимание на это? И обращаете ли вы на это внимание вообще? Понимаете? То есть мне показалось, что чувства вашего мужа вас не особо так, скажем, волнуют. Вот чувства вашего мужа вас не особо волнуют. Вот. И, возможно, именно поэтому у вас не получается разгадать пазл, потому что то, что он чувствует, то, что его волнует, а вы не знаете. Ну, опять же, да, то, что, может быть, не знаете, может быть, не хотите знать, то есть это такая вот история, такая вот ситуация. Несколько двоякая всегда. Вот. Но совершенно очевидно, что вы для чего-то хотите разгадать этот пазл. Вот. И совершенно правильно вам мой коллега задает вопрос, для чего? Конкретно, зачем? Что вы будете делать с этой информацией, вот, которая у вас была, есть, например, да, то есть, вот, допустим, я сказал вам, что мужчина почувствовал себя свободнее, вот что вы будете делать с этой информацией теперь, извлечете ли вы уроки из нее, сделаете ли вы выводы? Или вы, наоборот, обвините мужа своего в том, что он вот как-то нехорошо поступил по отношению к вам. Вот. То есть это тоже нужно согласовать, потому что с точки зрения психологии это очень важно. Вот. Дальше. Он жил в моей квартире, я хорошая хозяйка. Не толстая, не инвалид, дом полная чаша, но у него все-таки какая-то депрессия. Ага, так, ну, мужчина вполне вероятно мог чувствовать себя некомфортно с вами в вашей квартире. Вот почему-то вы перечисляете свои качества, да, там не толстая, хорошая хозяйка и прочее, 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 да, как будто этого должно быть достаточно. К сожалению, этого недостаточно. Вот. Для отношений нужны все-таки духовная связь, духовное взаимодействие. Вот, если этого нет, то какой бы вы ни были хозяйкой и так далее, так далее, так далее, ничего не спасет. Абсолютно. Ничего. Ничего не спасет. Не спасет. Вот. Или если вы, например, вот все, что вы о себе написали, это правда, да, я тут даже не сомневаюсь, но
если для мужчины слишком большая цена, та, которую он, ну, вынужден платить за вот то, чтобы вы были рядом с ним, то это тоже сводит на нет абсолютно вообще любые ваши плюсы, вот, и так далее. Вы пишете, что с осенью у него какая-то депрессия, ну вот, значит, какая-то депрессия, это также здесь обесценивание идет. Вот. Человека, это первое. Вот, это второе. Депрессия это психическое заболевание, которое диагностируется врачом, соответственно, до тех пор, пока нет диагноза, нельзя говорить о том, что у мужчины депрессия, вот, может быть, депрессивное состояние, да, но не депрессия, вот. А в-третьих, кто лучше, чем вы, может знать, что с ним происходит, да, если вы, по сути, для него самый близкий человек. Вот, если вы не можете ответить на вопрос о том, что с ним происходит, что с ним произошло, и почему он стал так себя вести, что его беспокоит, там, и так далее, так далее, так далее, то вы считаете, что это можем сделать мы? А, мы могли бы это сделать, если бы вы дали больше информации о, например, вашем конфликте с мужем, да, о ваших проблемах. Если бы вы сказали о том, чего вы хотите. Да, то, допустим, вы хотите, чтобы он вернулся в семью, предположим. Ну вот, желание на самом деле не такое уж и плохое. Вот, в принципе, это хорошее желание, чтобы человек вернулся в семью. Вот. Но вопрос в том, а будете ли вы продолжать сравнивать, например, ваши косяки? Вопрос в том, измените ли вы как-то свое поведение, потому что как ни крути, а мужчина ушел именно потому, что ему что-то не понравилось у вас. Вот. А что вы будете делать с тем, что он сказал, что не любит вас больше? То есть это достаточно такие серьезные слова, что он вас больше не любит. Вот, и готовы ли вы все равно хотеть возвращения человека, который вас, в общем-то, не любит? Если да, то, опять же, для чего, да, какие тут ожидания и так далее. Вот, что вас больше всего в этой, соответственно, ситуации задевает? Вот, тоже это то, что нужно исследовать, и то, что желательно понять. Вот, то есть, ну, конкретно вас, вот просто конкретно вас, что в этой ситуации задевает сильнее всего. Дальше, так, значит, пьет, огрызается, пьет с друзьями, а огрызается на что, Юля? Вот, понимаете, что огрызание, да, это по сути дела, огрызание, это защита, это защитный механизм, это защитная реакция. Вот, очень важно понять, что стоит за его огрызанием. Вот, поэтому, как бы, вот то, что вы жалуетесь на него, да, и говорите, что он вот огрызается, там, такой плохой, так, а на что огрызается-то вы не пишете, может быть, если это проанализировать, выяснится, что у мужчины есть повод огрызаться, или его там начало что-то волновать, такое, что
раньше не волновало или что-то вроде этого. Вот. Здесь, опять же, не стоит спешить, на мой взгляд, с выводами, да, здесь лучше, ну, поисследовать ситуацию, поизучать ее, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. А пока это, к сожалению, просто догадки, да. Вот, значит, пил с друзьями, вы пишете два раза в месяц, вот, попадает в неприятные истории. Ну, такое впечатление, что мужчина пытается привлечь внимание и повысить собственную значимость. Вот как это видится мне, по крайней мере. То есть, вот как мне видится эта история, что мужчина, он пытается повысить собственное значение в своих глазах, вот, которого ему явно по какой-то причине не хватает, вот. То есть я, опять же, не знаю, почему не хватает, опять же, не знаю, с чем это связано, вот. Но однозначно могу сказать, что его поведение — это поведение человека, который нуждается вот во внимании. Дальше. Вы пишете, значит, я все терплю. Ну, Юля, вы терпите, да? Вопрос в том, для чего вы терпите. Вопрос в том, как вы терпите. То есть, возможно, терпеть и не надо было. Возможно. Говорит, что я идеальная жена, но запилила его, хотя ругань была намного реже, чем его пьянки. Но она была. Если вы опять недооцениваете эффект от моральных каких-то стрессов, вот, который вполне может быть сильнее, вот. В целом ваша позиция сводится к тому, что мужчина виноват, вот, вы нет. И в целом ваша позиция, она сводится к тому, что его нужно понять, вас нужно понять, да, а он такой вот негодяй. Вот. Ну и обратите внимание, что ваш вопрос, да, это целиком и полностью вопрос, касающийся его, а не вас. Вот. Вполне возможно, что здесь имеет место быть зависимость, вот. Ознакомьтесь с этим в интернете. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.